президент Беларуси сегодня рассмотрел кадровые вопросы. В частности, Александр Лукашенко дал согласие на назначение нового руководства в Пинском, Лепельском и Брасловском райисполкомах, Брестском, Витебском и Минском областных исполнительных комитетах. Новые заместители руководителя Комитета государственного контроля. Изменения коснулись и дипломатического корпуса. Послы Беларуси назначены в Латвии и Финляндии. В Минск рейсом из Франкфурта доставлены шедевры мирового книжного наследия. Оригинал «Илиады Гомера», как и другие издания, будет впервые представлен в Национальной библиотеке Беларуси. Около сотни экземпляров в Беларусь доставляют частями с разных континентов. После переговоров, которые продолжались больше года, самое ценное стоимостью несколько миллионов евро уже в Минске. Их можно будет увидеть на выставке «Беларуси Библия», которая откроется в четверг и продлится вдвое дольше обычного – целый месяц. После Минска часть коллекции отправится в Питерский Эрмитаж. В Белтелерадиокомпании состоялся дополнительный кастинг претендентов на роль ведущих детского Евровидения. За возможность стать рулевыми форума, который примет столица Беларуси 25 ноября, боролись 8 начинающих и опытных ведущих. Помимо специалистов медиахолдинга, на кастинге присутствовал шоу-директор конкурса Гордон Банелло, по мнению которого миллионы телезрителей должны увидеть на своих экранах настоящую личность. Имена ведущих конкурса станут известны после изучения видео записей всех претендентов.